Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Супчик за 15-20 минут по-быстрому. Так как я, как всегда, проснулась в 12 часов дня. И для таких горемычных, как я, иногда сразу надо приготовить обед. Не успела проснуться, не успела позавтракать, и уже надо обедать. Готовить некому, кроме меня, так как я живу одна. И самый быстрый, простой вариант для меня за 15-20 минут приготовить суп. Почка, разрезанная пополам, удаленные прожилки. Жарю быстро на простом растительном масле с добавлением оливкового. Снимаю почку. Добавляю морковку, белый лук, шалот, чеснок. Делаю зажарку. Заливаю кипятком, возможно, бульоном, кто хочет. Добавляю зелень, фенхель и сельдерей, а также лук-порей. Провариваю минут 5, чтобы бульончик был. Масло будет после почек, оно пропитается мясом, так что будет бульон, плюс зажарка. Проварю овощи 5-10 минут, чтобы они дали вкус, сухие специи. И добавлю китайские варенички, которые я уже готовила отдельно, а теперь я сделаю супчик. Но я как-то отливала в тарелочку, делала маленький супчик. Ну и сегодня чуть больше кино, обыкновенный суп сделаю. С вареничками и, ну как основа мяса у меня почки. Маленький кусочек капусты бок чой для меня, у кого нет, тот не добавляет. В общем, быстрый суп из простых продуктов. Мясо можно использовать какое угодно, но почки, их надо обжарить всего 2-3 минуты. И тем это удобно, что суп можно собрать буквально за минут 15. Варенички варятся 1-2 минуты, поэтому тоже много времени не надо. Картошку не добавляю. Ну и овощи по вкусу. Можете добавить то, что вы любите. У меня будет сегодня такой набор простой. Итак, сборный суп за 15-20 минут на скорую руку. Когда уже пора обедать, а я только проснулась. Обжариваю почки с двух сторон по пару минут. Так, чтобы сверху обжарились, но внутри были сочные. Снимаю почки и ставлю зажарку. Как только овощи стали мягкими, заливаем их кипятком или бульоном. У меня я заливаю кипятком. Добавляю зелень, лаврушку, сухие специи. Кипит бульончик, сельдерей, лаврушка и фенхель. Добавляйте то, что вы любите. Овощной гарнитурчик. Классические европейские сухие специи, плюс я еще добавлю вегету. Провариваем минут 5-10. Кто хочет, добавляет картоху, чтобы сытнее было. И пока овощи варятся, чтобы не терять время, я порезала капусту бок чой для себя. Лук-порей в конце добавлю тоже вместе. И нарезаю почки на кусочки маленькие. После того, как бульон проварился с овощами, я их вынула и даже немного зажарки вынула, потому что ее было очень много. Остатки овощей. Закладываю капусту бок чой и немного лука-порей, более светлая часть. Но я имею в виду зелененькая, такая салатовая. На 1 минуту, потому что капуста варится 2 минуты. Через минуту я добавлю варенички. В самом конце я добавлю почки. Почки мягкие, розовенькие. Крови, ну как бы такой сильно большой нету, но они мягкие внутри. Я же еще отправлю их в суп на минуту. Если пережарите, будет как тугое мясо. Капуста минуту прокипела. Я на всякий случай ее выму в тарелку, чтобы она не переварилась. Такой нежный продукт. Включила свет, у нас дождик. Итак, закидываю еще варенички на 1 минуту. Провариваю 1 минуту и добавляю еще почки. Вот так они выглядят, тоненькие, маленькие. Так как они очень тонкие, то они варятся 1-2 минуты максимум. Варенички проварились, я добавляю почки и уже насыпаю в тарелку. Почки отправляю в супчик, зелень, капуста. Если есть яичко, я варила для другого супа, они не получились идеально красивые, но они такие мягенькие, но они что-то у меня не пошли в этот раз. Я готовлю все для себя, поэтому ничего страшного. Раз на раз не приходится, такое бывает. Суп с почками и вареничками готов за 15 минут. Кушаю, и надо бежать добывать мамонта за провизией. И вот такой вот быстрый наваристый домашний супчик. Мягкие нежные почки, варенички, яичко я добавила, ранее сваренная капуста бок чой, немного зажарки, мясной суп с вареницами за 15-20 минут. Картошку не кидала, хлеба не нужно, выручает быструю минуту, если надо что-то приготовить.
по-быстрому. Из простых продуктов почки можете заменить на другое мясо или просто мясной бульон использовать. Овощи, которые у вас есть, нету капусты бок чой, берите брокколи, болгарский перец, на ваш выбор. И до новых встреч на моем канале. Мой быстрый обед на скорую руку.